Дорогие наши братья и сестры, мы с вами прожили непростой год. 2020 год мы практически не пользовались. Мы только вошли в него, отметили вместе, а потом вошли в первый карантин, во второй карантин, теперь в третий карантин. Что радует, что этот карантин последний в этом году, больше в этом году карантина не будет. Но на самом деле мы закончили с вами потрясающий год. Это было серьезное испытание для церкви. Это было очень серьезное испытание для каждого из нас. Мы с вами сохранили это единство, и Господь приумножил нашу церковь. И вы помните, что в начале это совсем не то, что было сегодня, когда у нас большая церковь, нас Господь благословил большим помещением сегодня, в то время, когда мы хотим этим заниматься, у нас растет команда прославления. И мы видим, что в этом есть большое благословение. И сейчас мы входим с вами в год нового прорыва. Это год 2021. Понятное дело, что сначала будет нелегко, потому что начинаем мы его опять с карантина, но мы знаем, что в конце этого года будут совершенно другие уровни, на которые Господь нас поднимет. Я хочу ободрить вас, не оставляйте собрания своего. Будьте там, где вы находитесь сегодня, прославляйте нашего Небесного Отца и благодарите Его за те свершения, которые Он сделает в вашей жизни. Да, и мы знаем, что посреди всех этих испытаний и трудностей, которые мы сейчас проходим во времена коронавируса, мы знаем, что Господь, Он везде, в каждой ситуации с нами. Мы видим, что даже в этих сложных ситуациях Господь благословляет нашу церковь, Господь благословляет каждого из вас. И мы знаем, что Он приготовил для нас в новом, следующем 2021 году новые благословения, и мы будем двигаться и прославлять Его имя все больше и больше в любых ситуациях. Аминь. Мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Пусть этот год будет действительно лучшим годом в вашей жизни, которых еще не было. И Господь будет переводить вас от славы к славе, от веры к вере, от силы к силе. И мы знаем, что Он выведет вас на вершины, которые были до сегодня недосягаемы. Да будет так, и благословит вас Господь, ваши дома и все, что вы начинаете и делаете в ближайшем году. С Новым годом! С Новым годом!